снимался Фил Коннорс в фильме «День сурка», существует и находится в штате Пенсильвания. Однако съемки велись в Вудстоке, штат Иллиной. Предприимчивые власти этого города позже превратили лужу, в которую неизменно наступает Фил, в местную достопримечательность. И даже положили мемориальную табличку с надписью «Сюда наступал Билл Мюррей». Саундтрек из фильма «День сурка». Sony и Cher. I got you, babe.